Мне нравятся большие машины. Ну, я люблю выпендриваться. Все любят выпендриваться, особенно бойцы. Просто не все это признают, все говорят, вот, мы скромные, мы там, скромность превыше всего. Я люблю выпендриваться, поэтому тачку взял большую. С большими колесами. Можно смело на нее присесть. Внутри обычная пустышка. Вожу мясо, семью, друзей иногда. Врагов? Да. Врагов пока не возил. Врагов только в багажнике. Да, в Таиланде, кстати, да, неудобно чуть ездить, потому что машина большая, дороги маленькие. Парковаться не по кайфу, конечно. Сейчас, тем более, народу много, туристов много. Поэтому есть байк. На байке все намного легче и быстрее. С машиной чисто семьей, чтобы с детьми чисто аккуратнее и безопасно. Ну все, всем пока. Мы посмотрели, что у меня есть. Увидимся вскоре. А мы пошли кушать торт, который я приготовил сегодня после тренировки. Все вместе, командой. Увидимся в бою уже.